Путин назвал сроки открытия движения по Крымскому мосту. Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов на декабрь 2019. Уважаемые коллеги, для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожные сообщения. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.